Сегодня второе воскресенье июля, день рыбака. На рыбалку мы поедем вечером, а сейчас решили приготовить пловчик. Поставили казанчик на мангал. Сейчас все прогорит, начнем готовить. Масло прокалилось. Заряжаем мясце. Полукольцами лучок. Прошло минут 10. Вот, как видите, мясо очень хорошо уже подрумянилось. Можно заряжать лучок. Лук закинули, теперь нужно убавить огонь. А пока готовится плов, сейчас мы сделаем куриный сердечек в соевом соусе. Ничего сложного, рецепт у меня есть на канале, кому интересно, можете поискать, найти. Зервачок готовится, вот заодно положили сердечки. Рецепт их приготовления очень простой, тут всего лишь соевый соус, немного паприки, соли никакой не надо. Мелисунели для вкуса, ну паприка больше для цвета, чтобы они были вот такими вот красноватыми. Ну, сердечки будут готовиться минут 10-15, то есть не так долго. Мясо нежное, поэтому готовится очень быстро. Сейчас просто слегка подрумянится и можно будет уже подавать на стол. Зервачок тоже, вот, как видите, лук практически уже выварился. Сейчас самое время добавлять морковку. Вот, порубили морковочку, сейчас будем заряжать казанчик. Томим дальше. Вот такая вот красотища у нас уже получается. Сердечки, в общем, у нас где-то по времени томились минут 15-20. Добавили огня, жарим морковку. Сейчас будем закидывать остальные ингредиенты. Немного подсаливаем. Буквально где-то без горочки столовая ложка на это количество. Добавим чуть-чуть изюма в плов. Здесь сколько, наверное? Ну, полстаканчика. Закинули нут, это азиатский горох. Сейчас будем добавлять рис. Рис едино зернистый, пропаренный. Немного убираем огонь. Вода закипела. Томим дальше. Ну и сразу же сверху добавим изюмчик. Добавляем прям целую головку чеснока нечищенного. Ну и также все это дело присыпаем специями для плова. А это перец. Дальше это дело ни в коем случае перемешивать не надо. Будет томиться, вот как оно сейчас все есть. На очень слабом огне. Ну и также еще добавляем сразу же чесночку. Чуть-чуть. Для более такого ароматного вкуса. Все, огонь убавили. Все, сейчас будет томиться. По мере будем проверять. Закрываем крышечки. Ждем готового результата. Вот, прошло минут 30. Такая красотища уже получается. Плов уже на стадии готовности. Минут 10 еще будет готов. Так, вот, прошло минут 40 с момента начала приготовления. Пловчик практически.
практически готов. Рис уже как положено. Насыпается. Даже тут с одной стороны у нас влага вся выкипела. Такой вот результат. Смотрите, какая красотища получается. Вот это вот, ребят, настоящий узбекский плов. Ну, приготовленный по-сибирски. В гараже. Да, в гараже. Ну, в общем, вот такая вот у нас красотища и вкуснотища получилась. Всем спасибо за просмотр. А нам приятного аппетита. Мы сейчас за день рыбака. Кольвадос. Дербенск. Да, дербанем под этот пловчик. Рецепт такой очень отменный. Всем рекомендую. Смотрите, как все получилось и разварилось. Еще вот под такие вот узбекские лепешечки. Ну и что, друзья, всех с днем рыбака.